Приветствую вас, друзья. Ну что ж, очередная распаковочка с AliExpress. Поехали. Ну и давайте начнем с этой посылочки. Что-то я уже, честно, закинул все это дело сюда и не помню, что даже пришло. А, все, понял. Это вот такой вот дешевый вариант. Вы помните, я как-то от русского производителя скидывал. Ну там уже были... Как оно разворачивается? Идет? Короче, бирки на вещи, уже с фамилией, с номером телефона. Это что-то около 500 рублей стоило на заказ у нас. Вот это уже меньше 100 рублей. Китайская штукенция. Вот такая. Их тут... Не помню, сколько штук, но дохрена. Образно, да? Больше, но, честно, вот тут напишу. Вот тут посерединке. Гляну, сколько стоило. И шла ручка, которая один фиг писали, что при пару стирок держит, но потом стирается. То есть, вот условно у нас обрезали, квадратик написали. Мое. Все. И это утюгом пришпилили. Ну, а потом постирали, потерлось, опять дописали, не знаю, сколько держит. Но такие еще на всякий случай взял ребенку в школу, где-то может... Что-то, если тебе кончится, быстро надо какую-то вещь будет подписать. Пожалуйста, отрезал. Хочешь сразу две, чтобы писать было больше. Хочешь одну. Ну, писали в комментариях, что хорошо держится, после стирки не отваливается. То есть, вот так вот, 100 рублей и у вас... Как их там? Короче, да-да, на одежду вот это. Поехали дальше. Так. Вот это вот, да, вернулся скальпель, что-то я, после пенала мне стало грустно и жалко пенал, решил я, хватит мне этих ножей, будем открывать старым добрым скальпелем. Во, это ребенку закладки, слушайте, прикольно, интересно, все запечатанное, выглядит ярко, по крайней мере, уже. Сейчас глянем, что внутри. Цену вы видите, да? Но, по-моему, что-то в пределах 100 рублей было. Так. Ты смотри. Нам этого хватит. Оно, в принципе, все, наверное, нарисованы. Их тут должно быть тоже или 25, или 50. Офигеть, их тут много. Вот такие картонные, они не пластиковые, то есть ненадолго их хватит. Ну, довольно-таки яркие, это, то есть книжку ставили, там трубочка торчит. Молоко, мороженка всякие, коктейли разноцветные. Хотелось бы, может, чуть-чуть поярче цвета, такие, чтобы вырви глаз. Все равно не себе. Но, в принципе, да, достойно. Кока-кола, фанта, мороженка. Короче, считать мне впадлу. Опять же, посерединке напишу, сколько было сказано у продавца. Вот такие вот закладочки. Ну, кстати, еще где-то там одна лежит. Спрайт. До этого, по-моему, были различные варианты. Что-то я, пока оно в корзине лежало, и почему-то стало только вот на тему продуктов. По-моему, были разные там раньше. Давайте откроем вот эту посылку. Тут должно у нас быть два товара, но они одинаковые, чуть-чуть различия есть, конечно. Запаковали, посмотрим. Я надеюсь, все нормально тут. Скорее всего, из пластика. Честно, не знаю. Сейчас мы это все посмотрим. Продавец пупырки не пожалел. Я надеюсь, все целое. Стороночку. Цену я укажу за один товар. Сколько брал. Да, вот так вот. Две маски нас встречают. Кроссовые или какие-то. Как их там правильно назвать? Оу. Конечно, поролон здесь подмяло капитально. Слушайте, ну...
честно, я не знаю, какое должно быть качество. Мне спросили, хилый, не хилый, или жидкий, не жидкий. Ну, стекло целое. Для того, чтобы дышать, прокладка есть. Да, но как-то еще должно сниматься. Но вот это вот, конечно, не знаю, выпрямиться нет. На переносицу надо что-то подкладывать, не надо. Ремешок у нас, в принципе, регулируется. Довольно-таки мягкий. Единственное, не знаю, вот эта херобора будет как на голову затылок давить. Сильно нет. Еще надо померить, что это. И как-то оно должно, ребят, отстегиваться по картинке. Стекло достается, вижу. Внутри у нас еще пленка есть, ага. Спереди не вижу, пленка есть, нету. Скорее всего, наверное, нету. Короче, вот какие-то там я... Что-нибудь видно? Там у нас есть типа ножки, шпошки, но это... Как-то можно отстегнуть, не буду ломать. Заказывал не себе. По цене, вот, кстати, вот это вот более-менее, да, поровнее. Ну, скорее всего, ту просто передавило второй же маской. Дайте я прикину, посмотрю, что. Слушайте, ну, я не знаю, как она... На глаза нормально, как рот защищает эта штука, все равно здесь пространство. Пыляк, я как понимаю, на кроссовых, когда гоняешь много. Ну, давайте, фоточки, как это на мне сидит. Мою харю большую уже все видели. С очками, ну, приблизительно, что да как. Но там, если прям совсем худо, человек, который заказывал, скажет, и я уже тут напишу. Разобрал я эту систему, блин. Немножко, конечно, неудобно, аж палец продавил. Надо их аккуратненько выдавить, и, в принципе, можно гонять, не знаю, там, на велосипеде, на чем, где там, сноуборд. На лице сидит, в принципе, отлично, фотографии вы, скорее всего, уже видели, я ставил. Так что, как по мне, вроде бы ничего. Только единственное, не знаю, для чего вот здесь поролон еще сверху, может, под шлем еще как-то одевается. Вся эта система, может, собирается модульно. То есть, не надо этот для дыхания, или как он... Фильтр взяли, сняли, обратно поставить, я надеюсь, можно. Я ж правильно ставлю? Правильно ставлю. А чё? Где-то не заходит. А, он, наверное, уже зашел, а я давлю, щелчка жду. Да. Он уже сел. Единственное, вот это вот, как-то хлипковато, мне кажется. Ну, по сути, блин, ну это же защита от пыли, от всего. Трястись не должно. Так что, когда так, ссылочки оставлю, там еще есть различные цвета. Как продавец запаковывает, вы видели, а там уже смотрите сами. Поехали дальше. Следующий товар. Тут я уже чувствую, что уже понял. Это такая вот сумочка. Vapor Storm. Короче, брал я себе ее для ваты, для ножниц, для скальпеля. Все это для, как, короче, для вейпа. Для намотки, чтобы это все хранилось в таком кейсике. Положить мне сейчас сюда, блин, все по разным углам разбито. Но я думаю, скальпель все это, скальпель не влазит, ну... Пинцет, все это влезет. Небольшие ножнички. И все это будет уже у меня убрано в сумке в одной сумочке. Они по разным карманам распиханы. Цена небольшая. Можно еще для чего-то применить. Даже жесткий диск можно, в принципе, вставить. Ну, такой. Чуть-чуть удара прочно. Чуть-чуть кривой какой-то пришел, видно, от транспортировки. Молния вроде отлично все. Их две. Все работает. Цвет только один. Цена 200 с копеечкой. Так что, кому интересно, смотрите, ссылочки все оставлю. Следующая посылка. Да, здесь нам пришел
автокерн. Надо что-то нести, на чем-то проверять его, да? Что-то где-то штол шатается. Блин. Неудобно. Я переехал немножко в другое место, не знаю. Не могу все привыкнуть. Как видели, да, я полкомнаты разгромил, окно вставлял, тут все перекрыто было. Долго не было, извините, обзоров. Все из-за ремонтов этих. Вот такой вот керн. У нас что-то... Зачем-то... А, это... Хотел сказать, зачем оплатить для колечка здесь. То есть, наш буёк, грубо говоря, или как он там, баёк. Пружинка, ударка и какой-то механизм. Вся система. Блин, а чё бы испортить? Чё бы испортить? Жалко подставочку, да? Ну давайте делать, если, я надеюсь, не рассыпется. То есть, до упора доводим. Блин, я его сломаю сейчас. Тут и кернить не надо будет. Секунду, давайте, принесу какой-нибудь кусок металла или доски нормальные. Принес я такую крепкую деревяшку. Смотрим. Все, удар. Накернило. Ну, то есть, поняли, да, для чего это, в принципе. Есть, который надо молотком стучать, кернить. Есть автоматический, который сам бьет. То есть, наметили себе место под шуруп или под сверло. Кошмар, как все грязно. Давайте на металле попробуем. Ну. Где тут даже? Короче, вот, чуть-чуть он кернит, конечно, металл. В алюминий, профиль алюминиевый будет получше входить. Тут. Ну, кернит. Не знаю, видно, нет. Недорогой почему-то. Сколько он? Я его себе в корзину кидал, они под 100. Вроде 150. Ну, короче, с доставка 200 выходило. А тут перед распродажей попался мне что-то за 100 рублей. Я его сразу и заказал. Есть два вида цвета. Два вида решений цветовых решений, зато и серебряный. Ну, взял вот такой вот. Ладно. Следующий. Этот товар нам пришел с eBay. Куда улетело? Стоять. Ждал второй, но что-то второй тестер так к нам и не доедет. Распакуем сначала, значит, первый. Хотел сразу все в одно сделать. Не получилось. И это у нас как бы тестер напряжения, что ли, и полярности, плюс-минус. Как, не знаю, я не электрик сильно, выражаюсь, может, неправильно. Сильно не грешите на меня. Что мы имеем? Мы имеем вот такое вот чудо. Вот такое вот чудо. С расстоянием сантиметров 80 друг от друга. Главный и вспомогательный. То есть мы должны при поднесении к контактам видеть, сколько идет вольт и где у нас где плюс, где минус или там фаза. Так, ну давайте. Розетка. А работает вообще? Сейчас узнаем. Я надеюсь, не отлечу никуда. Так, стоять. Все работает, что показывает? 220, ну а почему мне горит все и плюс и минус? Все, типа все правильно? Я не так думал, она будет работать, честно. Вот тут я разочарован. Но там не было, по-моему, ни картинок, ничего. Ну, я, во-первых, думал, что будет гореть именно та лампочка, куда какое у нас напряжение, да, то есть одна здесь 220. А здесь мы уже будем видеть минус или плюс. То есть, если мы правильно вставили контакт плюсовой, вот именно этого прибора, будет гореть здесь лампочка. Если неправильно, здесь. Но оно горит так и так. То есть, фазу не найдешь, получается. Я чуть-чуть... А если один? Один? Ничего. Блин, обидно, досадно. Так, ну давайте, допустим, проверим тогда. А как мы проверим? Меньше вольтаж. Я в USB тыкать не буду нафиг. Угу. Блин. А у меня что, больше никакого облачка нету? Нет, нет, есть.
Сейчас, подождите. Мы возьмем блочок с зарядки. Это что у нас? Это у нас 12. Ну, честно, разочарован. Так мне неинтересно. Так неинтересно все дело. Ну, по сути, давайте. Плюс-минус 12. У нас показывали. Он 6 пока. Непонятно, да? То есть 6, хотя написано. А если мы поменяем местами? О! А вот так 12 почему-то. Странно, какая-то шняга. Стой, камеру. Бог его знает. Ладно, у меня, в принципе, был купон на eBay. Достались там по смешной цене. Рублей, наверное, по 60, по 70. Что один, что второй. Короче, перед тем, как куда-то лезть, воткнули, увидели, что тут лампочки не все горят. Можно ли лезть только для этой цели? А так, я ну не знаю, но одно и то же похоже. То есть на большой, на то еще более-менее, а здесь что-то у нас одно и то же. Да, видно все, я надеюсь. Короче, такая штука. Не знаю, может, какое-то применение есть и другое. Но по сути, видите, да? Ну для чего он нам тыкает? Чтоб знать, где у нас фаза, где ноль. А оно мне что-то... Может, розетки не должно так показывать? Ну, по идее, должно. Все, короче, вот так вот. Если, господа профессионалы, если что-то не так делал, скажите мне, что надо было сделать. Все. Ну и последний босс сегодня наших посылок. Вот такой коробулька. Вот такой. Вот такой коробка. Все. Кадр не влазит. Не знаю, как мы это сейчас будем снимать. Что-то у меня такое чувство, что у меня камера сейчас ниже стоит, чем была. Вот так вот. Опять же, компания Deco. Догадались, да, что? Коробку можно в сторонку. Немножко пошумим. Пакет нам тоже не нужен. Оба, смотрим, брошюрка. Что тут? Ага. Ага. Вот так вот все понятно. Все на английском. Для чего-то это все модели, какие есть. У нас, по-моему, вот это. Или вот это. Да, вот на эту похоже. 350D. Вот такой вот, да, 350D сварочная маска. Будем пробовать, что из себя она представляет. Это защитная пленочка. Ну, внешне пока все нормально. Это мы все установим. Сразу скажу, я сварщик с опытом. Я пару раз электродом прикасался к железке. И все, остальное будем дальше пробовать. Сварку купили. Купил, правда, я не от Deco. Что-то я хотел с ними выйти, как уже говорил, на контакт. Но что-то никак у нас не получился разговор. Думал, может, какую-то скидочку и возьму у них сварочник. Но нет. Будем пробовать. Это все отдельно снимем, как через нее маска хамелеон. Что да как, уже я, наверное, расскажу туда дальше, когда это все дело попробуем. Я чуть-чуть пойму. Ну и подведем как бы итог, наверное. Так, друзья, давайте, короче, проверим маску. Не знаю, как это будет удобно в руках, нет. Включаем на самую минимальную, что есть. Сейчас, подожди, настроился. Давай. Нашему сварщику немного неудобно. Лови. Так, вот это было на минимальной затемнение. Это, получается, у нас 6 дин. Сейчас, давайте.
накрутим здесь. Максимально у нас показывают 13. Что у нас получится сейчас? Так, и по задержкам это все стоит по минимуму. Давайте также на максимум это все выкручиваем. Так, попробуем, поехали. Вот, видите, задержка включения. Но это я все потом уже на столе, что за что отвечает, расскажу, как я понял. Может, кому-то будет полезно. Ну что ж, друзья, протестировали мы эту маску. Сразу скажу, пару человек, которым показывал, хотя бы какое-то отношение чуть сварки имеют, сказали, отлично, за эти деньги, супер, все понравилось. Просто, как я так и думал, что я говорил, Леруа был, да, там дороже мне втюхивали, без плавной регулировки вот этой вот. Ну, кстати, здесь она плавная регулировка затемнения, как я уже, наверное, говорил, от 6 до 13 дин у нее идет. Ну и также она этим включается. То есть, пока вы рычажок не повернете, маска ничего затемнять не будет. Продавали мне в Леруа за 900 где-то рублей, по-моему, без нее, чисто уже настроена. Он мне посоветовал, типа, там, бери вот эту по троечку, будет нормально. Здесь, как мы видим, это присутствует. Удобный очень обод на голове. Все вот это мягко, все это хорошо поджимает под голову, классно. Понравилось тоже. Единственное, я не понял, для чего вот эти пиндюхи здесь. От того, что я их переставлю сюда, туда, что оно мне даст, когда один фиг фиксируется здесь. Если кто знает, скажите, пожалуйста, для чего три дырки? Это я так и не понял. Так, и что у нас еще по регулировке? Так, видно, видно. Так, первый рычажок у нас сейчас стоит на минимум. Это у нас по-английски как синсювити какой-то. По-простому это чувствительность затемнения. То есть, если мы варим, да, у нас легкая искра, и сразу маска с затемнения уходит, то мы ставим, чтобы этого не было, на минимальное. Ну и настраиваем под себя. То есть, чем выше мы его на максимум ставим, тем от каждой вспышки она будет сразу срабатывать. Понятно здесь, да? Также тут по делениям по 4 черточки, можно сказать, разбито. И второй у нас delay, это у нас это задержка. Это было видно, в принципе, хорошо на видео. То есть, минимум она у нас почти сразу после того, как яркие вспышки нашей сварки, сразу включается обратно, переходит в режим. И чем больше ставим, тем она еще пару каких-то там миллисекунд держится в затемненном состоянии. То есть, тоже при разных ситуациях, я не знаю, там, когда что-то кипит, где-то, чтобы не сразу включалось. Ну, короче, тоже подстроить под себя можно. Смотреть, при каких ситуациях это нужно. Но это нужно, как я понял. И здесь у нас находится батарейка. Батареечка у нас на 2032. В Китае рублей 25 она стоит. Здесь, может, полтинник. Но это везде можно найти. Так что в целом маска огонь. Отлично, все, я как новичок буду пользоваться. Все вот эти защитные стеклышки продаются рублей 30, может, цена у них в Китае, там пачками продают по 10 штук. Все это меняется, как я видите, я все снял, белое, прозрачное. Все отлично. Также у нас вот спереди, как понимаю, два датчика на все это реагирование. И почему-то он заляпанный. Это солнечная батарея, наверное. Как туда попал отпечаток, наверное, проверяли, когда перед отправкой это все дело работает, не работает. Но опять же, скажу, это маска чисто для таких вот домашних нужд. Ни в коем случае это не можно считать ее непрофессиональной, на которую вы взяли и пошли уже там чуть ли не это башни варить. Так, для дома где-то что-то подварил, заборчик сделал, оградку, я не знаю, где что, куда фантазии хватит. Я, допустим, там буду забором сейчас немножко заниматься. Кое-какие штуки еще для себя буду пытаться наваривать. Вот это мне подойдет. Цена небольшая. Опять же, брал ее, по-моему, с купоном. Ну, на скоро 11.11. Можно в корзину закинул. Деко, кстати, я скажу, частенько фигурирует в всяких распродажах. И можно будет приобрести. Ну, а там, смотрите сами. Можно разукрашенную взять. Я тоже думал, блин, кстати, заплатить 500 рублей, там 400 переплатить, разрисованную, ну, что-то потом, не такой нормально будет.
Так что в целом как-то так, ребят. Ну, эмоции положительные, сразу скажу. Нету ничего негативного к ней. Ну, на этом и все, ребят. Давайте, до следующих обзоров. Всем пока!